Всем привет, ребят. Ну что, вот и наступило обнова на русском сервере. Уже проснулся и пилю вам обзор. Интересно, в принципе, я вам уже, думаю, все показал с английского, с русского. Говорю с английского, с русского, не проснулся. С английского и с китайского сервера. Сегодня будет еще много видосов. Думаю, для многих интересных. Так, ну все, обновилось. Let's go. Да, спасибо, спасибо. Я понял, что вы обновились. Сейчас я запущу все и будем смотреть уже на русском сервере, что у нас. Изменилось. Ну, принять правила, конечно, согласен. Других вариантов здесь, к сожалению, нет. Так, что мы имеем? Улучшенный турнир героя. Будем сейчас по списку все еще раз пройдусь, быстренько покажу. Еще не обновились акции, это хорошо. Турнир героев. Вот так вот выглядит обычный режим. Вы получаете обычные плюшки, нажимаете, и здесь видно до 12-го. И тяжелые свыше 12-й волны уже идет. Дальше закрыто, L18, вот так вот. L8, это 20-й получается. Давайте сейчас я героев поставлю. Ну, я показывал уже, что отсюда очень сложно что-то выбить, но у меня уже есть очень-очень много, скажем так, карт, которые я очень давно копил, и, в принципе, мы сможем без проблем что-то интересное вытащить. Думаю, так. Я так сейчас от фонаря поставлю. Давайте, бесплатно. Ничего себе, ну прям имбу вытащили. Так, поехали. Бульдозер. Конечно, сейчас могут всех моих нафиг посносить, но я думаю, должны мне затащить. Вот так вот. Дают значки почета. Дают, кстати, неплохо самоцветы. Я уже показывал в плане самиков. Варлока, гарпию мы сейчас не пройдем, можно будет обновить. Так, вместо Пришествие монстров я уже вам показал. Одна волна добавилась, одна. Вот так делайте, обновить, у вас все обновилось. Тесса следующая. Ну, я вам скажу, сейчас мы пройдем 6. Камни получить будет реально очень сложно. Проще, конечно, без доната на китайке. Я уже показал, у меня там за донат уже 4-й почти герой на 9-ке будет. Вот 60 самиков. Честно скажу, награды эти падают минимальные. Самое интересное, что минимальные 60 самов, в основном и 2 осколка. Поэтому не особо надейтесь. То же самое. Один раз я, по-моему, 6 или 8 осколков увидел. Так. Что у меня там по картам осталось? 1400 карт. Ну, давайте еще Дракоса. Так,
Так, отлично, с этим мы разобрались. Поехали дальше. Новый уровень пришествия монстров. Давайте посмотрим Луну. Волна АИ. Тоже тут у нас есть. Ой, они больно бьют. Вот Некрос уже есть. Дрейк. Здание рушит. Ну, надо будет юнитов нанимать в центр. Будет вообще отлично. Ой, малышник. Еще один Некрос. В общем, как видите, все очень весело будет. Некросы на волнах. А и два мы прошли. Думаю, дальше мы уже не пройдем. Ну, в принципе, думаю, если понанимать юнитов, то, может быть, что-то затащим. Я сейчас, как видите, у меня раста вот этот. Может, у Фрейку сюда однозначно. Чтобы она его шатала. Вот на второй уже развалили нас. Давайте сюда поставим. То есть такая вот волна для бездона, сразу говорю, будет проблема. Очень-очень большая ее пройти. Мы поставим. Такс. Юнитов можно в центр нанять и прийти. Думаю, это не проблема будет, чтобы здание не рушили. Но, как видите, долбят неплохо. Герои остаются живы, а здание просто разваливают. И все. Ну, с Фрейей получше. Однозначно Фрейя нужна будет. Дракосы, в общем. Давайте, у нас есть две попытки. Сейчас возьму по центру юнита. Может, не так хоть здание будут разбивать. Видите, вот такой вот вариант, здание не так рушит. Но опять же, это рандом. Вот Некрос остался и по героям долбит. Сволочь. Ну и Некросы, они, видите, бьют по целям. Короче, такое вот. Ничего сложного, в принципе, нет. Единственное, волны надо, чтобы кто-то... Говорю, не волны, а здание... так разрушал. Некрос ударил сразу минус здание. Так, поехали дальше. Обновился базар у нас. Изворотливость. Я вам показывал уже. Талантик дает плюс 60 энергии при входе в бой на восьмерке. 2 кулдаун 2 секунды. Плюс уклонение 20%. Я тестировал на тыковке утром. Посмотрите. Будет дальше тест. В принципе, неплохо. Два новых облика. Бабулька. Бум-бум-бум-бум-бум. Бабулька и киборг. Вот они. Бабулька офигенная, сразу говорю. И Асурик тоже офигенный. Обзорчики на... О, смотрите, у нас тоже добавили. Ну, это везде, походу, халява 5 камней. Очень офигенная. Так, набор Махатма. Вот сразу нам дают скин. Заберем его тоже, потом покажу, что еще стартовый, выращивает таланты, открыть сундук. Ну и все, ничего такого интересного на русском не добавили. Надеюсь, сейчас на английском зайдем, потом посмотрим, что-то будет интересное. Так, новая область судьбы, скалистая сфера и новый герой-командор. Поехали, героя найдем и судьбу посмотрим.
герой, его можно на 12 прокачать, отдать якорь, увеличивает свою атаку на 140, отражает 60% всего уходящего урона в течение 4 секунд, когда он 4 секунды. Вот так вот. Когда герой атакован, 250 по зоне и восстанавливает здоровье 50% полученного урона. В общем, атланты его сливают, сразу говорю. Такой очень интересный на подземке, на некоторые локации. По домам. У меня он собран на домах. И скорее всего, что здесь я тоже буду собирать его на домах, чисто как Фрейя. Очень интересный массовый герой. Вот так вот. Дальше. Что там мы должны? Судьбу покажу. Эмблемки. Судьба. Вот новая судьба. У нас есть Минотавр. Ранки. Бугимен. Сейчас я тоже покажу, что у них по скиллам интересного. Ну, однозначно Минотавр интересный для всех. Показывал я уже турчик. Покажу вам и здесь. И вот так. Бугимен. Бугимена только добавляются базовые статки, как видите. Плюс 10% ограничения, плюс урон. Так, чтобы никого такого не пропустить. Франки. Две цели, как было. Только урон увеличивается. По сути, фигня. Ну, как бы урон это круто, но для героя фигня это увеличение. Ни о чем. Такс. Кто там у нас еще? Череп. Ограничить получаемый урон на 3000. Шанс крита добавляется. Плюс 20, плюс 30%. Вот так вот. Плюс 30%. Тоже, в принципе, такое себе. Гарпия. Шанс крита для черепа. Это ни о чем. 4 цели будет, в принципе, уже неплохо. И Минотавр. Плюс 20% урона, уменьшение энергии на 80%. Также дополнительно уменьшает восстановление 50 на 50% для обычных атак и для получения урона. От обычных атак и получения урона, в принципе, тоже довольно-таки неплохо. Но не особо актуально. Но самое основное это то, что у него урон. Так, остальных мелких даже показывать не буду, как бы смысла нету, они в себе ничего интересного не несут. Такс, эмблемки, аланты. Самое основное с этой обновы, я вам скажу, это эмблемки, таланты. Можно улучшать уже эмблемки на восьмерку. Для этого, как видите, надо немало красных кристаллов. Что очень-очень весело. Также, ну то есть куча разных я показывал, будет у вас видос. Сегодня я буду ковать на английском сервере, я там уже все перековал, что можно было на русском. У меня нету столько ресурсов, поэтому буду выборочно это делать. Надо будет сбегать еще на архидемона. Ну и самое основное, думаю, самое печальное, возможно, для многих. У нас таланты можно улучшить на 9. Офигенный новый будет, это будет оживление, это бум. Смотрите, я их не крыло показывал, просто жестко все. Ремка тоже увеличивает атаку в течение 10 секунд. Просто огонь для бездона, особенно очень большой плюс. Ожог 65% уже дает. Так, ЦУшка, ну ЦУшка фигня. Здоровье увеличивает, огненная защита плюс 40, ну такое вроде неплохо. Разброс тоже будет очень актуален, входя на поле боя снимает 60 энергии у 4 героев противника и снижает энергию противника на 90 при атаке, просто бешено, сразу 4 героя минус 60, офигенно. Замедление, в принципе, ничего такого интересного, тоже без 90 не актуально, каменка тоже.
Бог войны плюс 50% ощутимо, для бездонов супер. Стойкость фигня, вытекание осталось, это вообще просвет бред. Баст отлично, плюс 30%, плюс бонус. Психощит, здесь показано, таланта нет, но руны можно сделать, мы это сделаем. Как видите, увеличение плюс 40% здоровья будет, 90% здоровья будут давать еще дополнительные руны, фактически увеличение в 2 раза. Так, шанс понизить энергию. Ну, корка тоже вроде как бы неплохо. На 90 энергию 3 героя, 35%. Хотя бы на восьмерку прокачать, 83 тоже круто. Ярость и приговор, честно скажу, такое себе. Воодушка неплохо, 45 энергии в секунду, уже 3 секунды, хотя в принципе 33, заряд тот же получается. Возможно, где-то будет даже чуть лучше, не знаю, это надо будет все тестить. Плюс увеличение здоровья. Крит, точность, фигня, ложная тоже фигня, по сути, грубая сила, это интересно, увеличивается уже плюс 30% и урон на 1-2. Железка офигенно самая, там топовая по урону практически получается. Исцеление, тыковку ждите, сегодня будет. 9-9, священный огонь. Тоже супер. Порочный пакт, уменьшение урона на 5%, увеличение атаки на 40%. Показывал на Фрейе. Супер. Рвение такое себе, дар жизни осталось, увеличение. Раскол то же самое. Выживание плюс увеличение плюс 300. Ну и новый талант, когда герой атакован, получает 80% энергии. То есть 80 энергии, если даже уклонился кулдаун, 2 секунды увеличивает уклонение на 25%. По сути, вроде как круто, но я уже показывал тыковку, посмотрите. Есть очень много вопросов. То есть вот так вот. Рунами будет, возможно, круто. Все, в принципе, показал вам все. Ждите новых видосов. Обновляйтесь, бомбите. Всем удачи, всем пока.